Привет, меня зовут Гарик Павлинский, я сессионный музыкант. Сегодня я вам хочу рассказать о двух ламповых усилителях Ampeg серия Portaflex. Их преимущество заключается в компактных размерах. Тот фирменный звук, который вы слышали у Гизера Батлера, Билли Шихана или Джина Симмонса, находится именно здесь. Обе модели прекрасно подходят для использования в профессиональной и в домашней студии, так как могут работать без нагрузки, то есть без кабинета. Серия Portaflex пользуется большой популярностью среди ценителей качественного басового звука. К тому же его можно всегда взять с собой. Богатое звучание, 50 Вт мощности и широкий набор регулировок PF50 способны удовлетворить самого искушенного бас-гитариста. В предусилителе используются две лампы 12AX7, в усилителе мощности одна лампа 12AU7 и две лампы 6V6. На лицевой панели расположены два входа с различной чувствительностью, регулировка входного сигнала, переключатели режимов Ultra High, Ultra Low и трехполосный эквалайзер с возможностью выбора диапазона регулировок средних частот и Master Volume. Регулировка выходного сигнала. С тыльной стороны находится трансформаторный балансный линейный выход с переключателем заземления, балансный линейный выход с предусилителя с переключателем режимов эквалайзера и выход на кабинет. PF20 имеет схожие характеристики с PF50. Выходная мощность 20 Вт, в предусилителе 2 лампы 12AX7, в усилителе мощности 2 лампы 6V6. На лицевой панели инструментальный вход, регулировка входящего сигнала, трехполосный эквалайзер и ручка общей громкости. С тыльной стороны модель PF20 аналогична модели PF50. А теперь давайте послушаем и сравним обе этих модели. Мы будем использовать кабинет той же серии Portaflex PF210.
модели PF50 и PF20 являются современным прочтением классики. Несмотря на компактный размер и малую мощность, они обладают широким диапазоном звуковых настроек, от теплого мощного читаемого тона до естественной ламповой сатурации. Спасибо, что были с нами. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Пока! Когда нет возможности заниматься с усилителем на полную громкость, я использую педаль от Ampeg SCRDI. Но о ней мы расскажем в следующих наших выпусках.